Троих тяжелобольных крымчан отправили на лечение в Санкт-Петербург. Самолет Ан-148 МЧС России вылетел из аэропорта Симферополь. В срочной эвакуации нуждались дети. Необходима высокотехнологичная медицинская помощь специалистов с материка. Самолет оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. Во время пути маленьких пациентов сопровождают медики. Пациенты будут доставлены в Санкт-Петербург. По прибытии их встретят местные медики, и они будут госпитализированы в специализированное лечебное учреждение для дальнейшего лечения. Работа санавиации в республике налажена. Ведущие российские центры и больницы сотрудничают с крымскими коллегами. После лечения на материке наши пациенты возвращаются в республиканские клиники. Так случилось и в этот раз. Санборд МЧС России привез пациента, который уже прошел необходимые процедуры в больнице Санкт-Петербурга.